Так, ну что ж, ребят, всем привет. Elden Ring. Начинаем игру. Давно искал игры, похожие на Diablo. И вот, не знаю почему, но именно при просмотре Elden Ring мне она навеяла именно Diablo, и я решил его поснимать для вас. Это будут чисто лайтовые видосы игры в Elden Ring без каких-либо гайдов и прочей ерунды. Просто лайт, просто лампа. С хорошей, надеюсь, игрой. Опавшие листья принесли нам весть. Великое кольцо Элден разбилось. Там, за туманом, у нас дома, между земья. Марика Бессмертная, наша королева, бесследно пропала. И Гудвин Золотой первым пал в ночь черных ножей. Вскоре отпрыски Марики, полубоги, завладели осколками кольца Элден. Дурманенные обретенной силой, они развязали войну, вошедшую в историю как раскол. Войну, в которой не было победителя. Тогда великая воля отреклась от них. Восстань же, погасшие, усопшие, которые тлеют жизнь. Все мы слышим зов давно утраченной благодати. Золотая маска, величайшая из героев. И некто вновь озаренный благодатью. Погасшая душа без рода и племени. Отправляйся в за море тумана, в междуземье. Дабы предстать перед кольцом Элден. И обрети власть над Элденом. Ну что, как по мне, это было весьма эпичное начало. Очень красивая и прекрасная заставочка. Мне прям вот восхитительно понравилось.